Сегодня день особый, важный. Чтобы привлечь внимание ко всем, кто борется отважно с болезнью и страданием. Да, все под Богом ходим мы, и мы не застрахованы от боли, зла и от сумы. Пусть вы не избалованы судьбой, у вас что отняла здоровье полноценность, но силу духа вам дала. Поверьте, это ценность, и не страшит вас сам недуг. Барьеры жить мешают, преграды, лестницы вокруг. Или вас не понимают? Ведь можно качественно жить. Востребован ты, если полезным людям можно быть. И в инвалидном кресле. Хотим вам счастья пожелать, любви и достижений. Стереотипы разрушать, побед вам и свершений. Сегодня Международный день инвалидов. Этот день очень нужен нашему обществу для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением инвалидов добиваться успеха в сложнейших условиях. Эти проявления жизнелюбия и оптимизма могут служить примером для всех. И пусть наше гуманное цивилизованное общество по-настоящему заботится о создании комфортных условий для полноценной жизни. Пусть предоставляются возможности для раскрытия творческого, интеллектуального потенциала, для плодотворного труда в избранной сфере деятельности. От души желаем вам крепкого здоровья, энергии, материального благополучия, личного счастья, любви, тепла, внимания и заботы, веры в свои силы, уверенности в завтрашнем дне, востребованности, осуществления всех замыслов и мечтаний.